Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Infinix Hot 11 выйти из режима Fast Boot, если вы попали вот в такой вот непонятный чудо-режим, и знаете, как вам из него выйти. А все довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это зажать кнопку включения, например, на 7-8 секунд, и после этого телефон будет перезагружен. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!